Лед надежды нашей собрал в Уссурийске любителей конькобежного спорта. Горожане присоединились к всероссийским состязаниям и установили численный рекорд последних лет. Количество желающих принять участие в соревнованиях перевалило за 300 человек. Четвертый год Уссурийск участвует во всероссийской акции «Лед надежды нашей». И в этот раз уссурийские конькобежцы вышли на рекорд. 335 человек подали заявки на участие в соревнованиях. Это почти на сотню больше желающих, чем в прошлом году. Этот вид спорта очень активно развивается как во всей стране, так и на нашей территории Уссурийского городского округа. И тому подтверждение, наши спортсмены завоевывают одни из высоких наград на всероссийских соревнованиях. Первыми на дорожке вышли малыши. Арина на коньках буквально полжизни. Второй год четырехлетняя красавица режет лед коньками. Я бежала быстро и приехала второй. В основном на призы претендовали школьники. Они соревновались на дистанции 100 метров. В отдельном зачете соперничали мальчишки и девчонки. Их по возрастам разделили на группы. Завершали состязание участники, которым за 18. И самым старшим конькобежцем стал Николай Андрюнин, который с 10 лет каждую зиму встает на коньки. Так я ж тренируюсь. А что, чем бояться? Уже 73 года. Чего бояться? Лучших на дистанциях в разных возрастных группах наградили медалями и грамотами. Все участники соревнований получили памятные подарки от Министерства спорта России. Павел Зайцев, Наталья Зайцева, «Панорама».